Но дальнейшая деятельность ArcelorMittal Темиртау в Казахстане под вопросом. Об этом в кулуарах Сената заявил глава Мининдустрии. По словам Каирбека Ускенбаева, у всех казахстанцев вызывает возмущение, что лишиться вот так жизни можно просто в мирное время на рабочем месте. Министр отметил, что в скором времени станут известны результаты работы сразу же нескольких комиссий. По поручению главы государства правительством создана не одна, а несколько комиссий по всем направлениям. Они работают и занимают не просто жесткую, жесточайшую позицию. Я думаю, что результаты работы вы скоро увидите. Там ставится вопрос не только об ответственности отдельных сотрудников руководящества, в целом об ответственности всей компании. Я думаю, что в ближайшее время мы скажем свой ответ.